вообще так нормально повесили, да? Да, вообще нормально. Просто башка квадратная, хроматная. На пивасике они заебись, кстати, помогают. А похмел ведет к запой, знаешь? Ну. Где мы вообще остановились-то? Не знаю, это Серега. Серега, где мы? Говори. Где? Под Белово. Село Грамотин. Ага. А, вот кафешка, да? Вон еще кафешка. Вон русский, да. Грамотин. Я пошел к нам. Давай. Иди. В какую сторону поедешь? Туда, туда? Наверное, туда, в блины. В блины? Я здесь ни разу не стал. Если кто здесь становится, все равно я не знаю. Не знаем, где мы. Поехали по другой дороге. Не через Ленинск.
Приехали. Здорово, Олег. Кто такие нервы? Крым. Так, а ты за что играешь? Так, ну давай билет. Это не Крым. Куда я говорю? Это у нас пассив снова. А? Какой пассив? Он выходил? Ну да, он выходил. А, он был с тобой? Да, да. Давайте на сцену, привет. Ты не сказал бы? Да. Ты будешь в кадре. Ты что со звуком вокала слышно? Вокал слышно. Бас, чуть потише бас сделай. Поиграем, клип идет просто. Так, ну что там, гитара? Да, я все. Ты слышишь себя стал? Лучше? Да, лучше стал. Ну и замечательно. Давайте еще какой-нибудь коротенький отрывок. Давай скрипел. Так, ну что вот это? Готово, нет? А будет один. Вокал надо погромче немножко. Какой? Основной. Вот этот. Не, ну ты, во-первых, пой громко. Не, я вот. Ты последний раз как дал, нормально было все. А перед этим там... Да вот этот вокал не мой. Да успокойся, я про него и говорю. Все, мы между собой говорим здесь, вокалисты. Давайте. Ну давайте на сцену начинаем фестиваль. Нет, а у вас и времени так. Нормально, на деле, и спать. Олег, сразу играем. Итак, привет всем. Мы начинаем сегодняшний фестиваль. Это второй. Первый уже был в предыдущую субботу. А сегодня вторая часть. Празднуем день рождения клуба. 21 год. И первый участник на сцене. Наши гости из города Новокузнецк. Аманда Крэнк. С днем рождения, клуб. Поехали. Отлично. Хорошее поздравление. Многословно. С днем рождения! С днем рождения! Итак, встречаем команду.
I love you.
love you, зверская любовь. Yeah.
Ну что, давай это. Зачем? Наша новая песня. Половина меланхолик. Yeah.
Спасибо. Что, Олег, сколько у нас еще времени? Давай пару тысяч. Ладно. По правилам игры. Следующая песня. Yeah.
Закончился выступление команда «Кранк». Давайте похлопаем ребятам. Ну а мы двигаемся дальше. И на нашем фестивале сейчас появится вторая команда. Я кету. Все синее. Слушай, даже гораздо. Может быть, это лучше. Рок-клуб. Скажи свои впечатления о нашем выступлении. О нашем выступлении? Как наша дорога. А. Как могут кренки хуёво сыграть, ёпта. Да, вот чертовски прав, да. Там такси стоят, не это, не уезжают. А там некуда ехать. Пацаны, садись. А? Да там такси стоит. Там такси стоит. Машину сел. Блять. Ну, отъедет куда-то сон. Долго, знаешь? Ну, сейчас будем смотреть пока. А, слышь, ну? Не было. А мы в гитаре забрали, все. Да, я все забрал. А рюкзак забрасывал? Да, все. Я все, штатив, все забрал. Тут смотри, он еще полметра осталось. Как-то. Я постоянно около гаража еду когда-то, да? Там, блядь, кажется, что ты сейчас ширканешь, на самом деле там полметра еще остается. Ну да, кстати, мне тоже эта машина нравится, тоже думаю, что
еще, конечно. Да. Это вот фишка такая есть. Но потом со временем у тебя опыт выработается, короче, дистанция. Ага. Ты подогрев на ноги? Ну да, что-то жопа замерзла. Включил. Спасешься, да? Я вот, как стёклышко. Ну да, еще бы. Никаких. Вот такую хату мы нашли в Бердске. Вот, короче, однокомнатная. Вот, буквально в 4 минутах езды от нашего места выступления, от клуба Best Rock клуба. Вот. Немножко выпили, короче. Вот так телек показывает. Не, хата нормальная, в принципе, вообще. Вот, короче, вещички все дела, гитары. Так, вот Илюха у нас. Да. Вот Стас у нас. Ну, понятно, короче, да. Ну, Стасу сегодня было хорошо. Хлебушка с майонезом. Давай, расскажу. Вован купил две булки хлеба. Одну пачку пельменей и две булки хлеба. Нас три человека. Ну да. Две булки хлеба. То есть булку ему. А тебе пельмени? А мне пельмени. Ну. Пачку майонеза. Вот у нас тут есть халявный чай. Лисма. Ну вроде чай. Вот у нас, короче. Вроде. Водичка греется. Кстати, греется, да? Есть такое. Лихо работает. На шестерочке она стоит. Она уже теплая. Еще 40 минут, и она закипит. Не, хата вообще нормальная, да, за 1200. За 1000. За 1000, кстати, да, за 1000. Вот, это вообще нормально. Абсолютно. Да. Ну, тут ничего интересного. Толчок, посрать. Ванится. Я, кстати, отыграл, даже не спотел нихуя, так что мыться, в принципе, вообще нечего даже мыться. Вот здесь мы, короче, пойдем в двухи и третий. За место Стаса, кстати, Илюха упадет. Да нет, ты пока лежи, мы еще не пожрали пока. Нет, жрать-то я хоть тоже. Ну и балкончик. Для покурить. Бля, ты похож на Спайдермена. Я? Человек-паук, блять! Блять, да ну нахуй, да ну ты! Человек-паук! Так, человек в говнюк! Человек в хламлюк! Хламлюк! Ну вот, короче, наше утро. Перекусили. Чаек попили. Напиться что-то не можем, чайка. Вот. Так, пельмешки, короче. Сварили все дела. Такой видок. Местный. Ничего не записал, и вы ничего не увидите, что было ночью. Все последствия уже убраны с пола. Ну как ночь была, блядь? Рассказать про ночь? Да, вроде ничего не осталось, да? Все чистенько, заебись. Проснулся я ночью от того, что капает вода с дивана. Где спит Стас? Я думал, это было пиво или что-то еще. Блять, я же помню, пива ничего не было у него. Он просто
На сам, на пол. Просто с дивана. Где сплетом туалеты. Причем он осознанно это делал. Это не так, что взял и писался. Это, блядь, просто выдвинул. Ни на кровать не попало, там ни капли, похоже. До пледа не достал, да? Да, да. Все потекло на линолеум. Плед он там был. Я охуел просто. Я включил свет. Мы начали разборки. Что происходит? Одно полотенчико умерло, короче. Да, одно полотенчико. Одно захлебнулось. Ну вот, сегодня будем сдавать хату, наверное, с нами больше не приедем в эту квартиру. Вот. Ну еще звонил Вовчика папа в 3 часа ночи. Взял трубку я, потому что никто, блядь, даже не проснулся, хотя орал телефон во всю квартиру на кухне. Вообще вот. Капец. Не знаю, чего он хотел. Не успел с ним поговорить, он сбросил. Ну да. Сам факт. Ну вот, короче, я вставал в 3-4 часа ночи. Экстренно. Потом долгое время не могли уснуть. Да. Смеялись где-то с час еще потом над Стасом. С утра на пол не могли смотреть уже, блядь. С утра тоже поржали немножко. Не знаю, я вот ничего не чувствую, как бы. Да. Вроде бы. Ничего так. Не так, чтобы прям парен, но слава богу. Ну, блин. У меня такого никогда не было. Я такого не видел. Да. Человек был настолько пьян, что ему просто нехуй. Просто было понт идти в туалет. А зачем? Действительно, зачем? Как можно на пол? Ну, короче, это был дебют, короче. Дебют Стаса. Он нора прошел. Как надо. Жалко, мы не панк играли. Остановились Белова перекусить.
вас лично радости какой. А дом где наш? Получается, вот мы здесь сейчас находимся, вот он, возле розового квадратика, коричневый. Магазин Токиоса, короче. Ну, блядь, видимо, да. Вот такие посылки, на которые мы приезжали, Токиоса. Мы тут его не приезжали, мы здесь не приезжали. Сука, обидно. Все, кто остались.